2 августа в стране отметят День воздушно-десантных войск. 85 лет со дня образования ВДВ. В столице края запланированы сразу несколько праздничных мероприятий. В 10 утра на Караульной горе состоится торжественный митинг. В течение дня в Центральном парке будут работать различные спортивно-развлекательные площадки. С 5 до 7 вечера на Театральной площади развернется полевая кухня. А после на набережной Енисея состоится концерт с участием группы «Каскад». Охранять общественный порядок на улице города выйдет более 200 полицейских. Перед началом праздничных мероприятий места их проведения и прилегающую территорию обследуют с помощью служебно-розыскных собак. Лица с алкогольными напитками, а также со стеклянной тарой и сколюще-режущими предметами на территорию Центрального парка пропускаться не будут. Кроме этого, сотрудники полиции достигли договоренности с предпринимателями в Центральном парке о том, что в этот период на территории Центрального парка продажа алкогольных и слабоалкогольных спиртных напитков осуществляться не будет. Мы просим жителей города Красноярска, всех, кто будет пребывать в этот день на территории празднования Дня ВДВ, соблюдать общественный порядок, не злоупотреблять спиртными напитками.